Так, дело пошло. Всем привет. Сегодня у нас 4 сентября. Приглашенных гостей нет. Хотел сделать анонс на следующий четверг. Будет интересная тематика. После лайва выложим. Будет лайв по поводу Инстаграма. Вот, люди расскажут, прорекламируются. Будет интересно, я думаю, для общего развития. Конкретно по Инстаграму. Сейчас я, в принципе, выкину текст. Кому интересно, почитайте. Мой товарищ будет это вести все дело с напарниками. Так что, как у нас любят говорить, с реальной практики. Так, я вот текст выложу. Ну, анонс позже опубликую. Так, теперь бы я хотел включить демонстрацию экрана. И рассказать немножко про мое понимание Facebook-группы, ну и всего вот этого дела. Периодически у нас вот возникают моменты всякие. Первый момент. Хотел попросить и показать. Так, сейчас, секунду. Так, настроим. Скрин экрана. Экран видно мой сейчас? Напишите плюсики, пожалуйста. Ну вот, если видно экран, надеюсь, это так. А сейчас я на телефоне, кстати, проверю. Мучиться. Так, все, экран видно, отлично. А, первый момент. Данная группа является как бы основной. Она привязана у нас к Facebook странице. Страницу можно перейти таким образом. Я не сильно силен в разнице групп, страниц и всего остального. Понимаю, что закрытая группа через поисковики не показывается, то есть никак нельзя себя отрекламировать, ну и так далее. Вот, здесь как бы есть страница, кому не трудно, поставьте там лайки, там или что тут надо ставить, нравится. Вот, подпишитесь, все видео здесь есть. То есть, чтобы не искать, например, в большой группе все видосы, они здесь все есть, они здесь из YouTube. Вот, если говорить про главную группу, сегодня я смотрел, как раз Денис Улимчик писал, что здесь мы обсуждаем абсолютно все вопросы. Но для частных случаев, вот как раз Денис написал, книги, отзывы, доставка, дропшиппинг, там, онлайн-арбитраж и все остальное мы специально создали отдельную группу. Для чего? Для того, чтобы было проще, было удобнее работать. Сейчас на данный момент, так как я так понимаю, не смог я найти вот этот вариант, как сделать вот эти группы, рекомендованные администратором, они мне просто Amazon сам их дал на днях. Соответственно, все группы, которые привязаны к этой группе, они здесь. Все очень удобно. Эта группа у нас по ревью. Пожалуйста, в большой группе, я понимаю, много новичков, не понимает и так далее, не надо здесь писать про ревью. У нас есть специальная группа. В этой группе все, что касается ревью. Верифай, не верифай. Если вам нравится, вот как вот здесь вот человек просит, что он там просил-то? Неверифицированные отзывы, обмен. Ну, я помню, как мы полгода там, в ноябре того года, почти год назад, все тут тряслись по банам и всего остальному. И народ сейчас у нас просит и предлагает, как взаимоподписка на YouTube. Но если у вас есть желание получить бан, получить какие-то проблемы, ну, это прямой путь. Я несколько раз здесь уже писал, люди не поняли, но
Экономия должна быть экономной, мне кажется. Я рекламу Леонид убрал. Сейчас она намного меньше. Про рекламу я обязательно про YouTube сегодня скажу. Потому что периодически жалуются, я постоянно увеличиваю расстояние между рекламными роликами. Вот. Объясню почему. Вот честно могу сказать, объясню, когда дойдем до этого, я по YouTube конкретно расскажу. Вот. В Facebook-группе, кстати, в основной у нас все есть. То есть вот этой группе, если кому хочется, можно спокойно, во-первых, участвовать во всех этих мероприятиях, во-вторых, если мы сделаем вот так, возьмем ссылочку, и потом можем посмотреть. Никаких, в принципе, проблем нет. Вот, то есть здесь никакой рекламы нет на Фейсбуке, вот в этой главной группе. Вот, я просто расскажу свою, как бы, свое мировоззрение. Кто понимает, тот поймет. Кто не понимает, ну тут уже я ничего сделать, к сожалению, не могу. Вот, у нас, значит, по ревью здесь. Взаимоподписка никому не советую. Если вы делаете взаимоподписки, то делайте с других аккаунтов. VPN-ки, все дела. Это не просто так. Ревью стоит этих денег не просто так. Вот эти не верифай, верифай. Я очень долго сопротивлялся по поводу конкретно не верифай. Очень долго. И очень долго спорил с тем же Владимиром Эрсайдом. И так далее, и так далее. Но постепенно со временем, во-первых, показало место быть, что это все работает действительно. Показало то, что все нормально, никаких проблем нет. Это показало время в первую очередь. И во-вторых, я его, это все дело, так скажем, применил в своем продвижении. То есть, что такое неверифай отзыв для меня, это экономия на верифай. Не то, что экономия на деньгах, как многие думают. На самом деле это не так. На самом деле у нас очень ограниченный ресурс тех же обзорщиков, потому что очень палевно постоянно у тех, одних и тех же делать выкупы, постоянно этим заниматься. То есть, должен быть какая-то экономически выгодная модель и экономически правильно. Если мы делаем и занимаемся такими делами, это все равно нарушение правил. И не верифай, он как раз нивелирует вот это вот. То есть, если я раньше раздавал там, ну реально сотнями, у меня первый товар я раздавал в день, бывало по 40 верифай по купонам. Купоны давно умерли. Это мертвое дело. И кто там обращается, я не знаю, Вера Линч, Зонбласт, это просто те люди, у которых нет возможности делать намного дешевле, через те же верифай. И получить... Одно дело мы через неверифай загоняем и получаем отзывы, и получаем дополнительный буст. Просто буст. У кого-то очень хороший, реально. На некоторых товарах все зависит от конкуренции. На некоторых товарах менее. На некоторых товарах заточенный листинг. На некоторых не заточенный. Правильно выбранный ключ, неправильно выбранный ключ. Вот, то есть по отзывам, по всем остальным делам, короче, не буду вдаваться. Вот эта группа. Пожалуйста, все сюда. Любые. Отзывы, любые там, какие у вас есть действия, пожалуйста, сюда. Единственное, я здесь некоторых людей подушиваю, тех, которые зарабатывают бабло на этом. Есть такое дело, потому что есть свои, как бы, у нас условия, договариваемся, кто нас подводит, но я не вижу смысла с ними сотрудничать. Достаточно людей, с которыми можно работать. Я могу сказать, что основная масса людей, которые занимаются оптом, так скажем, по верифай отзывам, многие делают сами, у них наработанная база. А есть люди, которые просто пользуются чужими наработанными базами, и ваши просто товары выкидывают в интернет, и там ждут, когда люди бесплатно возьмут и на этом зарабатывают. В принципе, это неплохо, но вопрос безопасности. Из-за этого очень внимательно выбирать людей, кто оптом за 6, вот эти там 6, там 5, 8 долларов делает это. То есть пообщайтесь, спросите, где человек берет этих людей. Я просто знаю некоторых людей, которые ничего у них нет. Они просто перетаскивают ваши товары, закидывают в другие группы, где бесплатно люди берут эти товары. То есть они, это нормально. Я не говорю о том, что они зарабатывают, они суетятся, это нормально. Просто вопрос безопасности. Очень к этому внимательно. Все эти отзывы очень внимательны. За это мы даже группу называем. Не там, не, я даже адрес поменял, он for you сделал, и про проект X там и так далее, чтобы не было никаких, уменьшить максимально риски. Из-за этого мы ее не раздуваем, не рекламируем нигде, тут нет ни тегов, вообще ничего нет. Очень внимательно, очень к этому, потому что если у нас этого не будет, будет намного сложнее работать. Я даже не представляю, если сейчас вот возможность ревью уйдет, верифай, не верифай, это мне просто надо будет с нуля, все, что наработано в продвижении, практически кроме листинга больше ничего не останется. Ну, листинги, фотографии, там, и цена входа, и все остальное, я даже не знаю, что делать.
То, что PPC, ну, своя специфика, мягко говоря. Да даже в любом случае, чтобы до PPC дойти, надо все равно какой-то объем отзывов иметь. Так, слишком далеко я ушел, не буду. Все остальные вопросы. В проекте у нас Сергей, админ. Он этим рулит процессом. В книгах у меня нет, к сожалению, админа. Я много раз приглашал людей, многие не готовы, готовы. Если кто готов по книгам помочь, поработать, себя отрекламировать, мне помочь, я с удовольствием включил бы свою команду, и мы бы сотрудничали. По дропу у меня есть товарищ там, админом работает. Ну, как работает. Занимается администрированием, так скажем. То есть он опытный дропшиппер, то есть что-то там делает. Вот. По eBay никого нет, по онлайн-арбитражу никого нет, по Европе тоже есть человек опытный и хорошо в Европе, и работает в Европе, и очень много знает, обращайтесь. Вот, может помочь. По доставке нет никого, по SEO, но я не то, что помочь, но админом группы, почему, если есть желание, вот, можно пообщаться, в любом случае надо вести порядок, я реально не справляюсь. То есть я веду главную группу, я веду там эти лайвы там и так далее, у меня есть группа по обучению, ну, то есть просто реально физически могу, и я в этом не разбираюсь, просто мы это сделали для удобства. Не для того, чтобы раздуть количество групп, но просто по интересу. Есть разные люди у разных... Вот, у разных людей. Не, ну если есть квалификации, если вы можете помочь, вот, можно эту же группу также в своих интересах использовать однозначно. Просто можно пообщаться. Я заинтересован, если будут развиваться эти группы, если будет развиваться сообщество, в любом случае, мы тоже какие-то услуги рекламируем. Вы можете рекламировать. Ну, то есть в любом случае имейте в виду. Кто... Ну, это действительно нужна квалификация. Мы не говорим о том, что человек, который запустил одну книжку, а там случайно иногда, вот, а им действительно человек, который живет этим. Вот, ну, в любом случае, обращайтесь ко мне, можно пообщаться, почему нет. Просто в идеале подразумевалось, что в каждой группе будет ответственный человек, и, ну, мы сотрудничаем друг другу, помогаем, мне кажется, это классно. Вот, потому что это тяжелый труд, это не просто так, и статьи какие-то, ну, вы сами знаете. Мы учимся, вот я группу сделал с нуля, сами ищем какой-то контент интересный, добавляем какие-то новости и так далее. Так же, как и продвигаем свои товары. Вот, так что, Диана, обращайтесь, пообщаемся, я только забыл. Вот, значит, что как конкретно касается по группам, то есть я просто прошу, чтобы в большой группе именно разделяли информацию в разные. Может быть, я вот задумываюсь уже некоторые группы удалить, например, SEO, я не понимаю. eBay объединить, например, с онлайн-арбитром. Ну, не знаю, короче. То есть пока я, эти группы есть, некоторые очень активны, некоторые менее активны. А в любом случае двигаемся дальше. Каша не просит. Следующее. У нас, значит, есть страница. Следующий – это YouTube-канал. Ну, давайте сначала, наверное, ВКонтакте группа. Так, ладно, через YouTube-канал зайдем. Там сейчас непонятно, какая-то шапка убийственная. Ну вот, здесь YouTube-канал, значит, группа Facebook. Это что такое? Так, это пионер-регистрация с 50%, 50-долларовой ссылкой. И ВКонтакте группа. Группа ВКонтакте, у меня ВКонтакте нету аккаунтов. Тут мне люди пишут в личку, там, я через аккаунт дочери здесь. Вот, то есть просто есть группа. Группа открытая. Заходите, если кому удобно, через ВКонтакт. Смысла в этом не вижу. Мне кажется, ВКонтакт чуть-чуть для других целей. Видосы посмотреть, видео, там, фильмы, там, музыку послушать. Вот, более такая тема. Я просто здесь скидываю. В любом случае, я стараюсь с разных каналов, может быть, убого каким-то образом, вот, с разных каналов привлекать вот в большую группу нашу по Facebook. Начиналось все с YouTube-канала, причем в другой тематике, но смысл один и тот же. Вот YouTube-канал, вот эти ссылочки. Хотел сказать по поводу рекламы. Да, я согласен, что просто этот канал развивался совсем другой тематике. Тематика заработок в интернете без вложений. В той тематике, естественно, заработать можно было копейки просто на самом деле. И надо было зарабатывать со всего. Вот, и я просто учился. То есть на самом деле у меня очень большое количество YouTube-каналов разных. Ну, небольшое количество, но приличное количество. И хобби, и закрытые каналы, и для семьи, то есть там контент
храним там и так далее. То есть очень много удобных. И я как-то с Ютубом, помню, ребенку на день рождения подарил канал, потому что мы вот по всей России едем там на соревнования. Вот, у меня как-то так получилось. И после этого по другим работам я все это делал. Достаточно удобно. Реклама, естественно, я только на этом канале. Вот, ну и так вот она постепенно осталась. Потом я лишний видос убрал, лишние подписчики ушли, которым это действительно неинтересно. То есть они на биткоине, грубо говоря, так и остались. То есть я просто не справился. То есть я планировал вести и то, но не получилось. Вот, потому что я все-таки всю жизнь занимался продажами, это мне ближе к телу, чем майнинги, чем биткоин-краны там и все вот это вот. Вот. Из-за этого постепенно я тоже перестраиваюсь. У меня канал, YouTube-канал и все остальное. У меня нет профессионального какого-то курса по обучению или каких-то еще там доходов великих. Ну, это просто на начальном этапе было вообще хобби. Вот. Если посмотрите YouTube-канал, многие послушайте, и многие те же самые блогеры и все остальные как раз по этому поводу рассказывают. Это вопрос уважения просто к автору, вот эта реклама. Потому что люди этим зарабатывают. Да, естественно, здесь вообще заработок там просто копеечный. Здесь дело принципа. Вот, потому что я не затачиваю, я же никого не заставляю, не притаскиваю сюда на канал. Я стараюсь давать действительно реальную информацию по факту. Не завлекуху, не чем занимается основная масса, чистым пиаром, рекламой и всем остальным. У меня просто свой подход, мне абсолютно без разницы, я ни на кого не ориентируюсь, как кто там что делает. Я уже взрослый человек, время уже прошло, и мне неинтересно, в принципе, движения, какие происходят в других местах. Вот. Тем более опыта своего достаточно, чем можно поделиться. И из-за этого я на данный момент оставляю вот эту рекламу, которая, в принципе, особо ничего не приносит, но я считаю, это вопрос уважения просто. Я оставляю тех, кто ко мне нормально относится, да, постоянно комментарии очень негативные. Раньше я как-то сдерживался, но в последнее время просто абсолютно зеркально отвечаю людям. То есть мне с матом пишут, я также могу ответить. Это не проблема, это мой родной язык, так что проблем никаких нет. Если хотят высказать, всегда есть скайп, пожалуйста, звоните, предъявите что-нибудь. Вот. Из-за этого я считаю именно таким образом, то есть исключительно это вопрос, если вам надо, если вы смотрите, вам действительно это интересно, почему бы нет. Ну уж на крайний случай есть этот блог, есть YouTube, там, как он там, Live, там, который без рекламы, то есть оплатили один раз, потому что обвиняют меня, что я занимаюсь вот этим сбором копеек. Ну, заплатите, в чем проблема? Зачем меня учить, если вы такие умные? Тем более, если уж там на то пошло, действительно, и блог какой-нибудь там поставить и так далее. Так, по YouTube, я думаю, попытался донести, опять же говорю, до кого дошло, слава богу. По ВКонтакту то же самое. Всех приглашаю, кто через ВКонтакт поступает, приходит, приходите в группу, ссылка здесь есть. Так, что у нас еще есть интересного? А, вот еще что интересное, очень важно. Очень важно, многие до сих пор не умеют пользоваться таблицей инструментов. Я очень долго ее собирал, вот, по крупицам, потихоньку, понемножку, оттачивал, отрабатывал людей, смотрел, как они работают и так далее. Пока на данный момент набрал то, что набрал. То есть есть вот здесь таблица инструментов, она в принципе у меня и в заголовке, вот она, если посмотреть, таблица инструментов. Вот, еще раз показываю, вот в описании любой моей группы есть здесь инструменты. То еще раз говорю, не знаю. Здесь первые идут все рефералки, которые есть. То есть все вот эти вот основные, чем я пользуюсь, ну в основном я пользуюсь Tamzeeone однозначно, Tamzeescope, Tamzeescanner, Pioneer. Кому-то, может быть, интересно, там до сих пор Fiverr пользуется. Здесь вот есть там какие-то купоны, скидки. Там. Я не знаю, ни разу не пользовался, но люди врать не будут, наверное. Вот. Что еще здесь? Ну, кэшбэки, я думаю, это не самое важное. Теперь вот самое основное пошло. Да, здесь какая-то рекламка. Просто все мы делаем для того, чтобы зарабатывать деньги. Я пытаюсь монетизировать, как могу. Если кто умеет лучше, подскажите, я сделаю лучше. Никаких проблем нет. Так, здесь у нас это услуги. Я сюда записываю проверенных, с кем я давно работал, кто меня устраивает по разным роду причин. Добавляйте, предлагайте, будем проверять и добавлять. Есть много ниш, которые я не заполнил, там фотографы, там, я не знаю. Много-много людей, много сервисов, будем со временем добавлять. Ну вот. Здесь есть юристы, здесь есть отзывы, кто верифай делает, я считаю, лучшие. Здесь есть кто листинги пишет, есть где посредники в Китае.
прип-центр в США, с кем я сотрудничаю. Есть, соответственно, немало известные люди, которые очень сильно помогали мне. Надеюсь, я им чем-то помог. То есть взаимовыгодное сотрудничество в первую очередь. Ну, в принципе, программы, все нужные программы, я не знаю, основная масса, по крайней мере, здесь есть. Основная масса, естественно, бесплатная. Я не очень много пользуюсь платными программами. Так что проверка патентов. Всю информацию, какую я собираю, я ее сюда складирую. Опять же, еще раз говорю, если у кого-то есть желание и возможность, просто скидывайте, я буду также добавлять. У меня есть еще таблица по обучению, там чуть-чуть другая информация дополненная. Вот, но 90% основных базовых вещей, чего нужно для продаж, все здесь есть. Там просто, просто другая информация. По хелпу тоже собираю информацию, то есть амазоновские там правила всякие и так далее. Основные там, я не знаю, фи там и все остальное, чтобы таблицу, чтобы не бегать, не искать по Амазону. Здесь многие вещи есть. То есть стараюсь опять же добавить. Поставщики на торговой площадке, но нравится, не нравится, кому опять же, что набрал. Болванки всяких писем, претензий, всяких таких вот вещей. То же самое. Все есть, пожалуйста. То есть я еще раз говорю, я стараюсь как могу. Просто больше я не могу, я делаю это один. Если кто мне поможет, я всегда, всегда с удовольствием приму любую помощь. Просто очень многие хотят просто зарабатывать и все. То есть, ну, я не знаю, чем американцы пользуются на самом деле, потому что русскоязычные, которые живут в Америке, со многими я сотрудничаю, вот, они пользуются моими. Вот, со многими американцами я разговаривал, даже немалоизвестные группы, где по 50 тысяч человек, мне говорят, что там активности просто ноль. Вот, то есть я там занимаюсь продвижением некоторых своих услуг, мы вот сейчас как раз над этим работаем, и реально что-то как-то я не очень много вижу, по крайней мере, открытых групп, наверное, платные, наверное, какие-то там специализированные группы есть открытые или небольшие, но самые такие известные большие далеко не всегда и открытые, недалеко не всегда, вот идет вот такой вот свободный, тут мне некоторые как гестапо обвиняют, что я там многих баню, удаляю, там так. Я пытаюсь просто какой-то порядок вести. Я не знаю, ну то, что они более, не то, что честные, у них менталитет абсолютно другой, они совершенно по-другому работают, они гораздо больше всего боятся, это точно. Вот, у них однозначно подход совершенно другой, даже вот те люди, которые русскоязычные, я же американцев не знаю, я языком не владею, не общаюсь, друзей у меня нет. Вот. Да все накручивают однозначно, конечно, накручивают. Все работают просто не так в цвет, не показывают видео на YouTube и рассказывают, как надо продвигать товар, верифай запихивай, не верифай, тут глуши кого-нибудь, тут там отзывы поднимай, опускай и так далее. Конечно, все дело просто втихаря. Вот, но это наше как бы преимущество, будем надеяться, русские никому нафиг не нужны. Так что, не знаю, я не хочу умозаключение делать, потому что я там не живу, думаю, ребят, которые там живут, они лучше это знают. Но я сталкиваюсь именно с теми вещами, которые мне интересны. И вот я говорю, столкнусь с такой ситуацией, что многие говорят, что там у нас вот группа намного активнее, интереснее и больше информации можно получить, чем в этих иностранных. Просто очень некоторые, многие обращаются, спрашивают, есть иностранные курсы, есть там вот какие-то каналы. Да, раньше мы купонами занимались из-за англоязычной группы, конечно, но сейчас на данный момент мне купоны не интересны. Вот. А вот такие вот специализированные группы, где получить можно информацию. Вот, информации. Просто достаточно не так и много. Вот, может быть, еще говорю, все заточено на платное. То есть у нас есть аналог нас, аналог меня, это, грубо говоря, там. Все, думаю, знают, о ком я говорю. У них все же закрыто. Вот у америкосов вполне возможно все то же самое. Курс заплатил. Там какая-то иерархия, это вверх, вниз и так далее. Вот, а такой может быть продукт. Я смешу, он уникален, но однозначно какая ценность в нем есть. У китайцев своя специфика, там они WeChat, там, я не знаю, там группы настолько забитые, что там ограничения подходят. Вот, но опять же, также мониторим, узнаем, везде люди работают. Везде люди работают, где-то более разрозненно, где-то менее разрозненно, по объективным причинам или по субъективным. То есть, там, ну, в любом случае, то, что в Америке надо налоги платить, то, что Amazon однозначно интересуется, однозначно проверяет, смотрит. Я много раз банил сотрудников Amazon, по крайней мере, они так представлялись, вот, и у себя в группах.
Вот, так что в любом случае надо быть более аккуратными однозначно. И когда я сейчас говорю, взаимоподписка идет, да еще с Facebook аккаунтов, да еще и с живых, когда тут говорят, что тут привязка Facebook, там, еще и он небось лайками там каким ставил через какие-нибудь там продвижение способы, ну это мне кажется вообще очень будьте внимательны, осторожны. Я просто очень много уже столкнулся с банами, с различными вот этими проблемами. Вот, и в прекрасный день после обалденных продаж, когда вы столкнетесь с месячными аутостоками и потом будете бегать, прыгать, это будет неприятно. Из-за этого будьте аккуратны и экономьте аккуратно. Так, идем дальше. Что еще рассказать? По программам рассказал. В принципе, расскажу вкратце, по-быстрому постараюсь про наши услуги, чем мы занимаемся, чтобы, опять же, многие обращаются и спрашивают, вот, чтобы уточнить. Да, ну как, аккаунт не банили, листинги да постоянно. Если вы начинаете хорошо продавать, если у вас, я не знаю, к вам заходит в аккаунт, и у вас там, я сейчас на данный момент торгую через 4 аккаунта, вот, по приват-лейблу, ну, через своих партнеров. Вот, и получается, можно спокойно получить, конечно. Огромное количество с нами работают, с нами борются, мы боремся, с нами борются. Просто, да, за разные вещи. Абсолютно заразная вещь. Вот. И как всегда мы думаем, мы, у нас привычка, что мы всегда не виноваты. Не знаю, на самом деле так это или не так, но в любом случае, да, разные проблемы. На Eclipse Glasses просто забанили всю нишу. Имел с ним дело. Очень давно. Леонид. Сказать нечего. Общались, работали, сотрудничали очень давно. Вот, и с того, что мне сейчас дали, в тот момент дали за мои деньги, ну, я не знаю, что сейчас дают. Если то же самое, то они этих денег однозначно не стоят. Да никто ничего не объясняет. Диана, вы мне лучше в скайп позвоните, потому что очень много вопросов таких начального уровня. Вот, из-за этого, чем вы лучше продаете, тем больше нечестной конкуренции. То есть надо вот этот барьер, первый барьер пройти, нечестный конкурент. Потому что они видят, они смотрят, вы слабый, вы новичок, у вас недавно этот товар, они знают ваш аккаунт, они посмотрели, у вас там нет ничего. Кстати, мы некоторый аккаунт видели, где не видно все товары. Вот эту тему мы еще не просекли. Вот. А они посмотрели, залили вам, я не знаю, там 20 verify отзывов негативных, подняли вам весь негатив наверх, и вы сдохли, и все. И таким образом жалобы пишут. Он у нас забанили один товар, который был уже в аут-стоке на 3 недели или на 4. То есть бан пришел позже. Мы разбанили, документ предоставили, все нормально. Но это до поры до времени. И если мы не будем справляться и не будем заливать туда трафик, того же Verify, и если будет так скажем, вот эти метрики будут нарушены, у нас будут проблемы. Вот, то есть это все деньги. Из-за этого, если мы сможем с этим справиться, и конкурент посмотрит просто неэффективно, денег слишком много, а толку никакого, они от нас отстанут, мы так надеемся. Ну, у меня просто много друзей, разными проблемами сталкиваются, просто с разными. Не будем голову забивать. Так, значит, по-быстрому, по нашим услугам, значит, общие все наши услуги. Консультации, я думаю, все знают. Процесс обучения у нас специфический, больше на личном общении и больше на практическом действии. Потому что такого нигде нет, ни у кого мы ничего не брали, ничего не делали. Делаем просто вот, я всю жизнь занимался продажами, вот, и как вижу себе с обычной офлайн бизнеса, переношу все эти знания сюда. Плюс, естественно, опыт на Амазоне. Все, есть вещи, я занимался всю жизнь аналитикой, мониторингом и всем остальным. Я просто в ручном режиме промониторил вот весь Амазон, все эти товары и все остальное, мне не надо убивать месяц и собирать там какие-то товары. Можно за 3 дня пройти, ну, я не знаю, там, сколько у меня сейчас там, 800 запросов, 1000 запросов и посмотреть, в принципе, что на Амазоне продается. Ну вот, то есть подход у нас кардинально разный со всеми обучающими курсами, где бы там ни было. Вот. Мы просто выбираем товар, запускаем его и все. Результаты, опять же, группа есть, пишите, спрашивайте, никто вас не забанит, ответит. Я думаю, да, должны же не все быть довольны в любом случае, по логике. Так, дальше идем. То есть мы делаем старт, предоставляем посредников, помогаем, объясняем схему, запуск, ну и так далее. Ничего там такого сложного нет на Амазоне. Так,
Следующий. Помогаем перезапустить товар. Помогаем, есть сложности. С этим чем дальше, тем больше, потому что уровень людей, которые к нам обращаются, это в основном перезапуском, это в основном люди, которые уже вложили серьезные. Раньше приходили ко мне люди, которые даже буллеты не знали, как забить. Естественно, мы исправляли листинг, фотографии, цену, немножко вливали трафик, и, в принципе, мы распродавали товар, все было неплохо. Сейчас ко мне обращаются все больше и больше людей, реально профессиональных, нормальных продавцов, у которых, пускай они там не великие профессиональные, но они сделали все качественно. Они правильно, они где-то учились практически все до одного. Вот, то есть они все сделали нормально, как им сказали, они заплатили серьезные деньги за листинги, за фотографии и все остальное. Они на старте сделали главную ошибку, они неправильно запустили, скорее всего. Ну, я такой делаю вывод. То есть они не сделали тех действий, которые делаем, например, мы или мои друзья. То есть что-то где-то не дожали. То есть дошли до второй страницы, не зацепили и пошли вниз. Ну, или еще какие-то причины, я не знаю, не стали топовыми продавцами, так скажем. Вот, когда мы на старте это не сделали, рестарт, он гораздо дороже. Рестарты совершенно бывают разные, бывает вывозят товар, бывает оси ломаем, бывает пытаемся изменить то, что уже есть, разные ситуации. Но результаты, вот чем лучше ко мне товар приходит, тем сложнее добиться. Плюс люди, когда к нам приходят, уже такая ситуация, что люди очень потратили серьезно. То есть, если мы на старте их точечно, правильно вложили, эффект был бы однозначно другой. 100%. Я не говорю, что он там на 100% там лучше и так далее, но он в любом случае был бы однозначно лучше. Вот, потому что деньги были потрачены неэффективно, неправильно. Это как вот листинг даст нам там, в топы мы выйдем, листинг ничего не даст, листинг даст только фундамент, от которого будем отталкиваться. Если у вас будет песок, у вас будет, вы деньги будете там лить, они у вас будут в песок проваливаться. А если будете на хороший фундамент, вы от него оттолкнетесь хорошо. Выбор товара тоже, точка старта. Сверху, снизу, с середины начнете. Так, идем дальше. Пишем листинги. Листинги то же самое. Кровью наработали сами. Никаких файверов, индусов и людей, которые к Амазону никак в жизни на нем не торговали, так называемые SEO-шники, вот, которые писали там, я не знаю, где там, для сайтов или для кого-либо, вот, я в жизни ничего не доверил. Все до одного листика, кто к нам приходит, 99% мы переделываем. Да и вообще всегда переделываем все. Вот. Пожалуйста, вопросы чуть попозже. Сейчас я договорю, чтобы мне просто не забиваться. Вот. Из-за этого сейчас у нас есть информация как бы 250 символов в буллетах. Будем приспосабливаться. Пока индексируется и больше. Мы в листинге добавляем как раньше. То есть у меня есть схема запуска. В предыдущем видосе в тот понедельник я рассказывал. Мы там оптимизируем листинг, проверяем его. Через там, ну, где-то день на 10, на 14. Если будет 250, мы так увидим. То есть мы все лишнее уберем. В принципе, мы к этому готовы. Вот, но пока на данный момент я всегда стремлюсь к оптимизации. То есть я люблю, чтобы минимизировать все. То есть все было максимально, так скажем, отточено, четко, точно. Это не то, что листинг под нашу стратегию. Может быть, я раньше выражался неправильно. Это просто вот листинг рабочий. У меня принцип простой. Чтобы не отпугнуть клиента. Потому что я листинг пишу для нового товара, исключительно для робота. Чтобы он понимал, что это такое. Из-за этого, когда мы сейчас ломаем, многие у нас есть услуга, раскрываем серстерм конкурентов номер 8. Вот как раз мы, вскрывая многих конкурентов, мы видим, вообще в серстермах ничего нет. Бывает 5, бывает 6, бывает 10 слов. А бывает по одному слову в строчке. И все. Это не говорит хорошо за них. 250 символов – это явно не одно слово. Или не два, не три. Можно больше написать. Вот. Но как бы не было. Но и бывает такая ситуация, что мы находим реальных топовых продавцов с большим количеством серстерма. Мы, соответственно, у меня было как минимум два эксперимента. И оба, два или три, не помню уже. Два точно успехом. То есть товар поднялся. Как бы там ни было. Вот, что бы ни было, вот, взяли просто топового продавца, перекинули. У нас, естественно, title, bullet и description собственные, там все собственное. А вот серстерм такой. Потом время. У нас в любом случае, естественно, были продажи. Они просто увеличились. Потом мы его оптимизировали под себя, убрали то, что не индексируется. И, в принципе, добавили то, что у нас листинг индексировался. То есть все сработало в небольшой плюс. Ничего сверхъестественного не было, но был неплохой плюс. Так, идем дальше. Так, по ревью я уже рассказал. Публикуем. Не Verify, Verify Review. Очень классная вещь. Реально работает. Я не знаю, в месяц мы, ну, как минимум, наверное,
проходит через меня несколько тысяч этих ревью, на протяжении почти года уже этим там занимаются, вот, так что никаких проблем не было за всю историю, из-за этого можно работать. Verify review без выкупа я не очень люблю, стоит это там приличных денег, по-моему, $30, вот, мне это не очень нравится, это уже на любителя, то есть это у кого дорогие товары и так далее, я в любом случае работаю по-другому. А вот не Verify мне действительно нравится. Verify я работаю именно с реальными выкупами, то есть с минимальным палевом, так скажем. Трейдмарк. Трейдмарк, патент, патент пендинг. Я уже, я не знаю, мы ролика 5 с Александром проводили. Вот, мы этим занимаемся. Многим уже помогли, я думаю. Вот, сейчас добавили еще сюда нейминг. Вот он, зарабатываем нейминг. Это все вот одна группа, один человек этим занимается. Вот, все услуги, кстати, опять же, у нас здесь все есть. Так что, если по этой теме, вот услуги, вот Александр, его контакты. Вот. Полезная вещь. Можно карман пункта останавливать достаточно подробно. Но видео очень подробно мы по этому поводу рассказываем. Думаю, пересмотрите, все будет понятно. Для чего трейдмарк, патент и нейминг. Первое – это сделать бренд-регистри, в конечном итоге стремиться к гейтингу, чтобы не было никаких наших любимых дропшиперов там, или как они там называются, вот, потому что они реально запарили. Просто они реально могут даже не торговать, могут быть вообще не дропшиперы, а именно просто конкуренты. У меня у одного ученика приходят они в час и в 6 часов вечера уходят. Он не может ни Latin Deal устроить, ни PPC и так далее. То есть это приходящий, уходящий такой вот негодяй. Про search-term конкурентов рассказал. Есть два способа. Есть первый способ подороже. Стоит он $50 за два осина. Получаете вы абсолютно скрин, можно сказать, search-term конкурент. Есть более дешевый по рефералке. Там колбасой выходят. Я думаю, все этот сервис знают. Вот он так вот называется. Экстра. Тоже можно по ссылке перейти. Expand. Короче, дебильное название. Ну, неважно. Вот. То есть здесь можно сделать. Они цены подняли, было по $10. То есть они сделали так, чтобы люди брали 5, там, 20 и так далее. Опять же, Amzwan, без которого я сейчас обойтись не могу. Может быть, мы сделаем трекеры лучше. Пока над этим работаем. На данный момент Amzwan номер один для меня, для аналитики. Вот, однозначно. Amzscope по поиску то же самое, 25% скидка. Сканер то же самое. Ну вот, нужные программы тут уже каждому по возможности. Так, есть еще услуга. Поднимаем положительный ревью в топ. Ну, то есть настраиваем листинг в нормальное состояние. То есть у вас есть листинг, с левой стороны у вас самые голосуемые, так скажем, отзывы, а с правой стороны новые отзывы. Вот можно все это настраивать с левой стороны, то есть голосовать. Есть программисты, которые все это поднимают, негатив весь вниз опускают и так далее. Вот, то есть если надо, я как бы это самое, могу в этом помочь, то есть направить в этом направлении. Вот, да, можно сделать это и конкурентам, наоборот, все сделать. Я, в принципе, сделал. То есть когда у меня вот один негодяй нас долбил, мы как бы ему помогли в этом. Вот. Что еще? Ну, вторая история – это по консультациям. Кому интересно, в принципе, можете здесь почитать. Вроде достаточно подробно все рассказал. Вот. В принципе, все. Давайте теперь вопросы. Готов ответить на вопросы. Сейчас переключусь на камеру. Все. Поехали по вопросам теперь. По Биро я рассказал. Леонид, ничего не могу сказать ни хорошего, ни плохого. Я с ним сотрудничал в, по-моему, июле месяце того года. Советовал многим потом. Двойственное было впечатление. На тот момент, когда я начинал на Амазоне, мне этой информации было достаточно. Но на данный момент, если бы меня бы так проконсультировали, я был бы в шоке. Вот, то есть я дальше не знаю. А там, на данный момент, то есть в любом случае, наверное, ответы
вопросы были на конкретные мои вопросы. Ответы были на конкретные мои вопросы. Может быть, они были бестолковыми, не знаю. Так. Новые правила по возвратам. Не знаю. Там правила эти на Амазоне постоянно меняются, будем приспосабливаться. Это то же самое. Правила возврата, правила отзывов и всего остального, что действительно постоянно все меняется. Не могу ничего сказать по возвратам. Еще на своих аккаунтах с никакими новыми правилами таким не столкнулся. У нас есть Денис Улимченко, он у нас главный специалист по правилам Амазона. Энциклопедия. По любому вопросу, я думаю, в этом отношении проще с ним общаться. Так, Андрей. Денис, привет, подскажи, для Bluetooth или Xeon батареи нужно хазмат, разрешение, сильно сложно это делать. Ну, у нас первый момент, это надо сначала с Китая все это вывести. Рафаэль рассказывал, что можно вывозить только через Гонконг. Соответственно, это будет в любом случае удорожание. Первый момент. Я, честно могу сказать, никогда батарейками ничем этим не занимался, не возил, вот, и не практиковал. То есть мы, если такими товарами работали, без этого. Вот. Надо уточнить. По хазмату уже сталкивался и не раз. Мы делаем листинги постоянно. У нас часто бывает лазит хазмат. Причем на товары, которые вообще никакого отношения к батарейкам нет. Это говорит о том, что в нашем листинге, в тексте, робот где-то какое-то сочетание слов, я не знаю, или слово, или смысл слов оценил как хазмат. И даже в некоторых местах мне писали, у вас батарейка. Какой радости вообще, непонятно. Я что-то тупанул, заполнил анкету, там отчитался и ждал несколько дней, так мне, кстати, ответа не пришло. В конечном итоге мы просто раз шесть переделали листинг, и он нас прошел, и все. Вот, то, что касается на Амазоне. То, что касается, когда у вас действительно есть батарейки, вот эти все вещи. Ну, с хазматом я не знаю, ничего не могу сказать. Потому что все вот эти случаи мы обходили именно таким образом, без определенных разрешений. То есть мы меняли листинги, корректировали. Вот. Это то же самое касается и магнитов, и батареек. Так что не знаю, просто конкретно с этим не сталкивался. Могу, конечно, узнать, но не в данном формате. Так. Знаю, что Bluetooth нельзя писать, это торговая марка. Ну вот, по Bluetooth, по вот этим вот всем литиевым батарейкам, по всем этим нашим любимым наушникам Bluetooth-овским, половина русскоязычного интернета, наверное, так понимаю, ими собирается заниматься, колонками да наушниками. Ну вот, ничего не могу сказать. Или, может, уточните. Вот. Но это просто надо спрашивать тех, кто возит. У меня есть кто возит, есть ученики, кто возит, есть занимается кто телефонами, то есть возит с этими батарейками. Можно, конечно, без проблем узнать, мне не было необходимости. Так, Александр, не верифай отзывы, все базово, как обычно. Стоимость, в принципе, у меня везде написана, но могу повториться. До 100 штук это по 6 долларов за штуку. Свыше 100 штук, по 5 долларов за штуку. Если с эффектом продвижения придется большее количество в день печатать, около 10 до 10, то будет 6 долларов без скидки. Но мы скидку делаем при каком-то там, ну, очень большом объеме, но это надо отдельно разговаривать. То есть это не 100 и не 200. То есть там у меня есть люди, которые по 300 и по 500 заказывают. Тогда мы, естественно, рассматриваем эти варианты. Вот, но очень многим, тем более у нас это в общем идет. Если у вас там 5 осинов по 20 штук, это в любом случае скидка, в любом случае 5 долларов. Не забывайте, что мы даем гарантию 2 месяца. Это все отработано, давно работает. Мы как бы серьезные люди и занимаемся в долгую. А не когда непонятный фейковый аккаунт пишет, я даю гарантию, но это бред полный, сивые кобылы. Так, идем дальше. Ростислав. Запустил продукт 8.08, набрал. Так. Куда-то мне вопрос пропал. Так, значит, набрал код после 7 отзывов. Пошли продажи 1-2 в день, потом 15-18 отзывов продажи. 15-18 отзывов продажи 2-6 в день. И вот позавчера прошло
прошел спад вчера, сегодня ноль. Ну, понимаете, 1-2, 2-6 – это не продажа. Я честно могу сказать, до такого, у меня как-то получился такой этап, что мы с июня месяца начали активно запускать. Ну, в принципе, я к этому и шел, но получилось так. Я планировал это спуститься с марта, но вот у нас оттянулось на июнь, на начало, или на конец мая, не помню. Но мы начали очень активно и много, ну, достаточно много запускать, постоянно запуски. Очень много людей, которых я консультирую, как раз к этим запускам подошли. Так получилось. Очень многие, мы, в принципе, начали всего с февраля месяца активно этим заниматься. Многие в этот момент пришли и только вот начали до продаж дошли, по большому счету. Кто-то пришел с реанимацией, товар доторговали, потом, соответственно, по кругу с нуля начинали, и вот эта вся бодяга шла. То есть, если это брать, соответственно, февраль, конец, это март, апрель, май, ну вот как раз 3-4 месяца на запуск товара. Вот. И получилось так, что я, если честно, в марте месяце меня кто-то спросил, я бы сказал, 10 продаж в день – это хороший запуск. 20 продаж – отличный запуск. 30 – великолепный. На самом деле это совсем не так. По опыту товаров, которые мы сейчас запускаем, нормальный запуск, просто нормальный запуск – это 30 продаж в день с нормальной маржой. Это просто обычное вообще. 50-80 – это хороший запуск. То есть выше 50 – это, вот, можно сказать, 4 с плюсом. То есть люди до сотни продаж доходят с обычными товарами, если все сделать нормально. Из-за этого 1-2 продажи – это такой риск, что вы просто сегодня есть продажи, завтра нет. Случайно они. Вы какой-то ключ, например, у вас вышел на первой странице, там топ-16 стал, вы 2 дня поторговали по одной, а на следующий день вы ушли на вторую, и туда даже никто не идет. Или у вас товар, например, очень похожий на другие товары, какой-то конкурент, ну и так далее, и так далее. То есть очень большие риски. Когда вы продаете 30, вы то 20, то 40. То есть у вас вот так вот болтает. А когда вы продаете 1-2, вы то 0, то 1-2. Вот. Из-за этого я понимаю, конечно, все идут в разные ниши с разными товарами, ценовой диапазон разный. Из-за этого и с отзывами разные потребности. И с продажами кому-то там товар за 100-150 долларов. Это как 10 продаж у меня, грубо говоря. Но в любом случае есть такой момент. То есть приспосабливаемся к разным условиям. Опять, запуск зависит от многих факторов. От бюджета, от товарных остатков, от себестоимости, от планов, от конкуренции, от сезона. Ну, короче, все имеет значение. Вот, по вашей ситуации, ну, сейчас просто продажи, честно могу сказать, вот неделя какая-то мертвая. Вот, у меня там есть серия товаров полудохлых. Вот, и они там продавали 6-16, а на этой неделе продавались там 3, 5... 4, 6. Ну, короче, кошмар какой. То есть мы их доторговываем, просто сливаем, уже там неохота на них ни время тратить, ничего. Но бывает и такое. То есть я считаю, раньше, опять же, вот, кстати, тоже я считал, нормальный старт – это в ноль. Ну и можно в убыток сработать, получить знания, и это хорошо. Сейчас я так не считаю. Мне кажется, можно, в принципе, если более-менее нормально все делать, практически при любом раскладе забирать свои деньги. Вот. Но опять есть моменты, не связанные с различными вот этими моментами. Нечестной конкуренции, придурости Амазона, каких-то смены правил и всего остального. То есть в это никто не застрахован. Сертификаты. У меня одного моего человека, кого консультировал, забанили на месяц. Это случайно он вылез. Просто конкурент подал заявку, юристы конкурента, что у него похожа торговая марка. Как похоже вообще, то есть это субъективное мнение. Но пускай идут в суд, это все обоснуют и все сделают. Как, например, если мы торговали через какую-нибудь там внешнюю площадку типа Shopify. Amazon не хочет ни с кем связываться, и он, соответственно, ну ладно, там типа и забанен. Так, идем дальше. Ну вот, Леонид как раз по поводу не дошел до вопроса. Вот, как раз по продажам действительно не очень хорошо. Не очень хорошо. Так что ждем середины августа, как все говорят, посмотрим. Так, Максим, было бы очень полезно, если смогли бы узнать. Форвард ничего толкового не сказал. Но это значит, форвард некомпетентный, действительно. Ну, я вам сказал, кто вам точно поможет. Рафаэль точно поможет, он англоязычный. Не знаю, что там Сара, Джимми скажут или наши посредники. Не знаю, к кому вы обращались, опять же, там, Unreal China обратитесь, там, к Владимиру Никулину. Вот, пообщайтесь, они, думаю, смогут помочь или смогут проконсультироваться у адекватных форвардов. Вот, но напрямую сразу можете идти к Рафаэлю, я думаю, он точно вам проконсультирует.
Если нет контактов, ну, обратитесь, я вам там Facebook дам или что там у него есть, сайты и все остальное. Так, дальше. Андрей, для всех товаров, которые контактируют с едой, нужны сертификаты. Их берем у китайцев или еще где-то. Вот честно могу сказать, самый геморрой для меня – это торговые марки, патенты и сертификаты. Торговые марки, патенты, вот у меня есть юрист, который это делает, но он мне всегда объясняет, что он на данный момент вот проверяет сегодня. Вот мы делаем, например, нейминг. Он мне сделал, дал 6 вариантов, я выбрал один, мне его обрисовали, все, я запустился. Пошли у меня продажи, в out of stock вылетел, вторые продажи уже больше привез. Вот как у меня сейчас есть товар. Сейчас мы его запустим, опять же, подстрахован, все нормально, и сразу подаем торговый марк. Вот. И он в любом случае этот, свою даже работу будет перепроверять. Просто шансов больше очень многие, и я в том числе делал торговые марки, проверял их через сервисы, на Google, через Amazon, их не было. Но когда дело доходило, все, нет. Проверка, если серьезно, достаточно много на это время тратится. Вот, так что патент то же самое, патент пендинги то же самое. Вот, они где-то висят, провисают и так далее. Кого-то банят он за Snorkel Mask. Забанили половину, а вторую половину забанили. Закрепление на башке с этими GoPro. И куча таких товаров. Вот кому-то повезло, кому-то не повезло. Мне Eclipse Glasses, я вышел в топ, и меня забанили. А моего ученика не забанили, он за мной шел, там был на второй странице, он успел весь склад продать. Вот, я попал на там полторашку, грубо говоря, а он хоть в каком-то плюсе остался, хоть все равно возвраты пошли вот с этими письмами, со всеми делами. То есть момент удачи на Амазоне это реально 50%. Где же эти товары по 30 штук на запуске? Ну, как сказать, реально я к Амазону отношусь как к конвейеру, и я нормально отношусь к... Ну, опять же, надо бюджет иметь, надо опыт иметь, надо веру иметь, надо настойчивость иметь. И не сломаться. Я на первом товаре мог спокойно сломаться. Потому что он у меня не пошел, и я не понимал, почему. Но я стремился к знаниям, то есть мне была интересна механика работы. И та информация, которая была в интернете, она просто была мне непонятна, недостаточна и неинтересна. Вот. И за это я прошел тупо сам, тратил свои деньги на все эти эксперименты. И сейчас полно таких продавцов, я уверен, которые своими силами все это сделали. Кто-то пошел обучаться, и потом все равно к этому же пришел. Я уверен, кто честно подумает об этом, все равно к этому придут. Просто есть момент, зачем идти самому на бетонную стену, когда есть люди с опытом. Не обязательно мы. Вот, в любом случае нормальные, адекватные продавцы, которые могут вас проконсультировать. Потому что много моментов. Все равно они есть. И совокупность вот этого вот всех моментов, она и дает результат. Вот, так что... 30 штук продаж – это хорошо. Может быть, это как раз вам та планка, чтобы вы понимали, просто должен быть кругозор, надо взгляд со стороны. Вот реально, мы в группе по обучению, у меня всегда была мечта, я не знал, что, оказывается, у англоязычных, у американских группах тоже такая тема есть. Они запускают товары и показывают своим ученикам. Ну, у них там, наверное, 1000 учеников, я не знаю. То есть они столько бабла зарубят, что им пофиг вообще. Мы, нас там 100 человек, грубо говоря, максимум. Всего. И мы бабло не рубим. Вот. И мы просто запускаем тупо товары для себя. Мы, у нас нет желания пролететь или что-то. Мы просто стараемся качественно сделать. Просто запускаем, показываем, чтобы человек со стороны видел. Но нам, наверное, повезло. Тот товар мы все-таки довели до 82 продаж на старте. Вот. Потом вылетел в аутосток. Мы 2 месяца практически в аутостоке. Нас поставщик подвел. И сейчас вот его, можно сказать, там реанимируем с этого листинга, рискнули. Есть положительные моменты, почему мы так сделали. Они сделали, как я часто говорю, просто проще снова листинга, это дешевле. Вот, но мы это делаем. Просто берем и делаем, и все. Из-за этого, когда спрашивают, какие результаты, как это, как я сказать, что могу, что угодно, и нарисовать что угодно могу. Зачем просто? Ну, просто берем и делаем, и все. Так, значит. То есть 30 штук, я из-за этого говорю. У меня сейчас навскидку куча людей, которые столько сделали. Далеко не все. Опять же, не надо понимать, что я тут агитирую куда-то и зачем. Вообще, не надо. Просто я реально говорю, что есть планка, на которую надо ориентироваться, надо понимать.
Есть, кстати, момент, связанный с тем, что все эти поисковики, тот же Scope, тот же Django Scout там, и другие, они врут и не показывают реальных продаж. Вот, реально не показывают реальных продаж. И то, что есть, к счастью, это особенно где там показывают там, 30, 40, 100 продаж, это вранье. Вот до 20 продаж Scope, например, показывает точно. А выше 20 продаж, там может и в 3 раза врать. То есть у нас было на товарах на некоторых по, там, я не знаю, 50-80 продаж, а показывают 35 всего. Может быть, это в короткой перспективе, может быть, еще какие-то нюансы, но посмотрим. Будем набирать историю. Так. Максим, внешний трафик при запуске тоже используется, и стоит ли новичкам его использовать? Не используй вообще внешний трафик. Был на старте, когда мы заходили в Amazon. Здесь очень большое количество людей, специалистов по внешнему трафику. Я, к сожалению, ни от одного не услышал положительных каких-то вот этих вещей. И ни один меня не опроверг, и ко мне в личку не постучался, и рассказал свою историю, показал действительно вот, результаты, и сказал, как этого добиться, какие проблемы и так далее. Кроме одного видоса, который все знают про царапку там, и так далее, как он взял ночью там на коленке, сделал. Да может быть, да, 5 лет назад, может, когда интернет там начался работать, он это сделал, я не знаю. Когда Facebook только открылся, у него, может, так получилось. Вот, все остальные люди, которые не просто так, которые специалисты, которые командами работают, ни у кого ничего не получилось. Сейчас мы в процессе, несколько, опять же, видосов с Евгением проводили по поводу именно внешнего трафика, это привлечение с того же Facebook покупателей именно. С Ильей мы в четверг будем по этому поводу, по Инстаграму это рассказывать, подробно, я надеюсь. Вот, сейчас анонс я здесь напечатал, но сейчас сделаю. Вот, потом, что у нас еще там, Shopify, то есть я над этим работаю, но что-то быстро не получается особо. Вот, я не форсирую события, забот полный рот, сейчас могу сказать. У нас постоянный запуск, постоянно новые товары и так далее. Все равно к Новому году надо готовиться, надо постараться привести товары все-таки первую партию в сентябре, и чтобы в конце октября, все-таки там, к ноябрю уже затовариться. Ты уже понимаешь, что товар, да, да, что в него поверил, что в него можно вкладывать. И уже висит товар на остатке, то есть мы стартуем 500 тысяч, то есть уже хотя бы в запасе иметь там 2-3 тысячи минимум. Ну вот, то есть вот так. Так, значит, внешний трафик. По поводу Ростислав, в любом случае, мой скайп я скидывал. Везде есть SDM64. Вот мой скайп. Пишите, звоните, пообщаемся, никаких проблем нет. Вот. По поводу анализа листинга, его анализировать я не умею, не знаю как. Мы просто делаем новый листинг и все. Вы потом можете сравнить с своим листингом. Как? Потому что какой анализ листинга? Search term для меня это 70%, по крайней мере на данный момент. Если убьют Search Term и сделают вот эти 250, ну, как бы они уже это сказали, что это сделают, будем приспосабливаться. Тогда придется description сильнее прописывать. Ну, title мы всегда сильно прописывали, никогда. Буллеты, я не знаю. Я к буллетам просто... Буллет – это пуля. Пуля – это человек, не глядя, должен зацепиться там одним глазом, ему должно быть интересно прочитать вот эту вещь. То есть должен быть какой-то призыв, какой-то лозунг, что-то такое интересное. И коротенькое описание. Вот, я не знаю, как буллеты прописывать мощно. Вот, не понимаю, как, не понимаю, зачем. То есть, ну, наверное, description, особенно у того, бренд-контента этого нет. То есть, ну, будем смотреть, приспосабливать, как обычно. За это мы просто пишем новый листинг. Я думаю, так мало кто пишет или вообще никто не пишет. Вот, мы даем к тому, что таблицу, даем ключи, даем показатели, откуда они берутся, не из балды и не как на... В основном на Fiverr этим занимается. Дайте нам 7 ключей, мы вам сейчас их пропишем. Это просто ничего не стоит. Просто ничего не стоит. Это не листинг, это фуфло. Или когда я вижу буллеты в 4 строчки, мне просто каждый раз не это самое, какой-то истеричный смех вылазит. Просто я не знаю, кто этим занимается. Это не моя тема. Вот, я это не могу понять. FBA Help спрашивал. Понятно. Ну, FBA Help, это вот одни, ну вот. Может быть, у них такая квалификация, может быть, они тоже не все, я не знаю. На данный момент я ребят знаю, общались, не сотрудничаю, ничего не могу сказать. Попробуйте, я еще говорю, еще я общался как минимум Никулин, еще там
там Unreal China, Unicoding, как China Forum, что ли. Я не знаю, такие названия, как, что-то как не особо запоминающиеся. Вот, так что, наверное, надо уже идти напрямую к форвардерам, а не к посредникам. Посредники, у них чуть другая специализация. Может быть, они захотели вам помочь просто. Вы не являетесь ключевым клиентом, им просто лень. Потому что их основная забота – это проверка, консолидация, там, отправка, упаковка, такие вещи. Вот, это не форвардеры. Вот, крутые форвардеры есть в любом случае. Можно тупо забить на Amazon, там, AR, как он там, Cargo там, или еще что-нибудь. То есть на Alibaba также есть компания именно точно так же, как и продукты, также есть компании по доставке и по всему остальному. Такие же рейтинги, трейд иншуранс и все остальные дела. Туда напишешь, просто надо языком владеть. К тому же, как его звать-то? Ну ладно, короче. В любом случае, серьезные форвардеры все общаются на английском. Какие можно дать советы? Ну, по этому поводу я уже говорил в прошлый раз. Стратегии запуска достаточно подробно я раскрывал в прошлый понедельник. Ответ на вопрос, посмотрите, пожалуйста, видео. Вот, ничего там такого, никаких секретов нет. Секрет, наверное, исключительно это, как мы с Сергеем разговаривали по PPC, это психология, и часто даже если ты специалист, лучше отдать в управление кому-то, потому что нервов не хватает бывает. И бывает, начинаешь суетиться, начинаешь принимать поспешные действия, когда ты сопереживаешь с этим. А когда ты с холодным сердцем и умом делаешь более правильно, более эффективную вещь. Но для этого надо быть одновременно еще сконцентрирован на этом товаре, а не так тяп-ляп делать, конечно. Но в любом случае должен быть взгляд со стороны однозначно. У нас он замылился, к сожалению. По поводу дизайнеров, Леонид, есть проблема, наверное, я не знаю. Есть ниша людей, вот, например, вы если откроете мою сейчас таблицу инструментов, посмотрите, с кем я сотрудничаю. Со многими нишевыми, так скажем, нужными людьми я не сотрудничаю. Просто они даже на контакт не выходят. Кто ко мне выходил на контакт, предлагали, потом пропадали, я даже не знаю, где они, куда они делись, как это все происходит. Там подходов разных. Вот сейчас в группе я недавно видел, постоянно кто-то что-то рекламирует. Я закрываю рекламу всех тех, кто со мной пересекается по интересам. И эта группа, как бы, мы стараемся монетизировать, тоже пытаемся заработать. Мне кажется, это по-честному, ничего из такого нет. Стараемся не злоупотреблять. Вот, по мере возможности. Но, опять же, это же надо вести, это время. Это обычная работа. То есть я ее воспринимаю как обычную работу. И когда люди тупо, не спрося ничего, просто чисто наши конкуренты выставляют и все, там, свою рекламу, мне как бы, я считаю, это некрасиво вообще, ну, просто так не делается. Если даже у вас есть такая же услуга, она лучше, хуже, там, неважно, обращайтесь хотя бы, просто есть люди, которые обращаются, хотя бы спрашивают, можно, нельзя. Ну, я честно могу сказать, нельзя, зачем мне это надо, не за деньги, я деньги не беру за рекламу никогда. Вот, мне это не надо, не интересно. Если люди обращаются с какими-то услугами, которые я не предоставляю вообще, вот, это очень много. Некоторых людей я просто прошу, если вдруг мне гипотетически понадобится, может ли вы мне помочь. Очень многие люди отзываются и помогают в будущем. Реально большое респект и спасибо. Но есть люди, которые просто ничего не делают. Я их просто потом закрываю и все. Потому что это неправильно, и мне честно могу сказать, когда ты зарабатываешь деньги, ну реально, здесь просто так никто не сидит. И на услугах люди зарабатывают деньги. Вот, я считаю, если это была договоренность, и мне, честно могу сказать, вообще не безразлично. Может человек, не может, пожалуйста, будь добр, делай. Вот, так что подсуетись. Ну, хотя бы там, я не знаю, там, суетись конкретнее, там, объясняй, почему ты не можешь и так далее. А когда я не могу, ну, не можешь, тогда отдыхай. Все, в принципе, просто. То есть человек может себе бабки зарабатывать с утра до ночи, здесь строчить, а мне он не может помочь. Ну, я ему тоже помогать не собираюсь тогда. Вот, по дизайнеру. Так получилось, я, наверное, когда начал заниматься Амазоном, групп не было, ничего не было толком. Вот, я познакомился с Валентином, до сих пор мы дружим, и товары запустили вместе, и он фотограф, дизайнером, и все вот эти там
3D, там, всякие фото, я не знаю. То есть всю жизнь он мне это все делает. Из-за этого я просто не искал других и работал только через него. То есть мне, в принципе, устраивает там, я не знаю, он то помогает с фотографиями, то не помогает. По обучению, когда мы работаем, он мне всегда помогает, проверяет все фотографии моих учеников и делает какие-то комментарии. Ну, по крайней мере, так надеюсь, потому что я его к нему всех отправляю, вроде мне никто не жаловал. Вот, потому что я как бы при этом не присутствую. И помогает, объясняет, какие ракурсы неправильные, цвет передачи, там, ну и так далее, и так далее. На самом деле уровень растет, все лучше и лучше сюда приходят люди, так что я думаю, наберем. Вот, из-за этого я так получилось, что лично я никого не ищу, потому что у меня есть, а на меня никто не выходит, потому что то ли делиться не хотят, боятся, я не знаю, то есть логики вообще не пойму. Неужели люди не понимают, что сколько через меня людей проходит, я могу просто порекомендовать, и все. Ни ко мне ни разу, там, пару фотографов обратилось, и пропали потом. Или там, я вообще не знаю, там, чуть ли не мама там сына предложила его услуги, он там раз и пропал. Ну, то есть до такого даже доходит просто, и как-то вот так работает. А все остальные вообще просто тупо рекламу выкинули, там, типа, ну, там, ну и нормально. Ну, выкинул, я посмотрел, но улетела она там за час в никуда, ну и все, вот ваша реклама. Вот, так что мне сложно сказать. Это касается огромного количества различных услуг. Абсолютно. Потому что в основном здесь все работают, это сарафан и радио. И количество клиентов и всего остального в первую очередь зависит от качества. И сами, я думаю, адекватные люди, если которые реально не балабольством занимаются и там вокруг этой темы прыгают, а кто реально работает, они со временем сами поймут и понимают, где реальные услуги, где качество и где люди пытаются это все сделать или решить даже проблемы, там и проблемы возникают, естественно. И те люди, которые просто хотят бабла зашибить. То есть они сюда пришли, они там вчера биткоины майнили, сегодня они там аккаунты взламывают, завтра они там будут, я не знаю, верифайт отзывы делать, послезавтра еще что-то сделают. Вот как раз на цель я. Ну, бывает, Илюх, такое бывает. Я это самое, анонс сказал наш. Так что в любом случае, надеюсь, четверг придет. Если не трудно, здесь что-нибудь напиши, что там будет. Потому что, думаю, будет очень интересно. По Инстаграму многие интересуются. У Ильи группа русскоязычная, насколько я знаю, там по 250 тысяч человек. Они делают качественно, нормально группу в Инстаграм, именно уже в США. И есть, я так понимаю, хороший результат, потому что мы давно об этом знаем, и он очень долго тянул, когда будет результат. Так что будет классно. А то, что мамы тянут, ну, блин, а кто еще тянуть-то будет нас? Наших детей, ё-моё, я не знаю, кто еще тянуть. То есть в любом случае хочется помнить. Ну, просто тема фотографий и всего остального, она такая субъективная, во-первых. Есть качество, я многим даю просто там, много сколько у меня видосов было, именно показываю мне там, Якобс, нравится фотография, и все. Я говорю, если с фотографом там что-то меня продает, не дай бог, скажу, обратившись к любому дизайнеру, фотографу, буду просто показывать там те сайты, которые мне нравятся, или бренды, которые делают классные фотографии. Потому что реально очень много действительно некачественных. Я лично категориям, Диана, какие категории я открыл, и я лично ничего не открывал, у нас был, ну, и сейчас есть индус, который это открывает. Есть предположение у нас, например, что есть два вида индусов. Одни индусы, у них тупо родственники на Амазоне работают, и ему дал денег, он тупо позвонил и его открыл, эту категорию. А второй тип индусов, которые знают хорошо английский и знают, где взять определенные инвойсы. То есть там, может, у них там завязки какие-нибудь, там китайцы 1,5 миллиарда, индусов 1,3 миллиарда, насколько я помню. Вот и все. Из-за этого эта тематика не моя, я не очень люблю этот документооборот, и опять же, любишь, не любишь, я не юрист, я торгаш. Вот эти моменты, я не очень силен в них, и второй момент, я не сильно владею языком, соответственно, тут мне вдвойне сложнее. Вот, я просто привлекаю дополнительные силы, кто реально делает качественный продукт. Я являюсь гарантом. То есть, я не знаю, через меня там аккаунты продают, там еще что-то. То есть, я как могу, пытаюсь помочь людям, и все. Вот, то есть, если мне не трудно. Вот, мало ли какие-то там моменты есть, наверное. Вот,
Мне кажется, надо помогать. Оно вернется назад. Вот. И за это, то есть, я именно выступаю. То есть, если тот же индус надо убедить, что мы бабки заплатим, когда вы все сделаете норм. Вот. Потому что человек понимает, что мы работаем на постоянку, и он как бы это делает. Сейчас категорию особо я не открываю, мой напарник открывает, Евгений Лунин. Вот. Мне просто на это времени нет. Правила постоянно меняются, открывать все сложнее и сложнее. Единственное, сейчас ко мне ребята обратились, вот они открывают гроссеры, еду, что-то там чуть ли не за час или там за сутки, но берут дорого. Но это самая тяжело открываемая категория, так что она, наверное, стоит того. Несколько человекам помогли. То есть они ко мне обратились, говорят, вот есть такая тема, если хочешь, можешь. Вот, опять же, оплата уже идет там. Выкуп товара, естественно, есть, это называется verify отзывы. Сколько стоит, и если да, спасибо. Во-первых, я уже в начале ролика рассказывал про структуру всех моих вот этих вот групп, каналов, все остальное. У нас есть группа специальный проект X. Сверху в шапке есть рекомендованные группы. Вот, туда зайдите, там вам помогут однозначно. Есть таблица инструментов, в ней есть люди, которые оптом помогают. Вот, несколько человек. То есть там достаточно к ним обратиться, они вам помогут. Стоит это около $6, 5-6, 7, 8, в зависимости от объема, в зависимости, надо ли вам волной в одно и то же время, по графику или не по графику. То есть сколько будет геморроя, так цена и будет варьировать. Если вы хотите сделать бесплатно какие-то там такие моменты, то ну, это ваше дело, для этого есть группа проект X, еще раз повторяю. Вот, я лично этим не занимаюсь, в нашей команде этим занимается в первую очередь Сергей. Вот, к нему можете обратиться, если надо, обратитесь ко мне, я дам его данные. Но на самом деле таблица инструментов, сейчас я ее еще раз скину, она находится у нас в описании группы. Здесь есть раздел услуги, и в разделе услуг есть все люди, которые вам помогут. Я занимаюсь не verify отзывами, то есть на больше мне сил не хватает. Ну, я имею в виду, то есть верифаем Сергей занимается, не верифаем я занимаюсь. Так, Диана спрашивает, а было, что открыли категорию, а потом админы закрыли? Я такого не встречал. Были случаи, когда люди обращаются за услугой, верифай, неважно, и потом их шантажируют. Это практикуют индусы, но периодически слышно, что и наши этим не брезгуют. То есть у людей заказывают отзывы, они их делают, потом не заказывают, они спрашивают, почему. Через некоторое время они опять обращаются и говорят, посмотрите, у вас там много негативных отзывов, давайте мы их закроем. И такие были случаи, но еще раз говорю, я не хочу заниматься пропагандой, рекламой и всем остальным. Если нужна качественная услуга, если нужны гарантии, если вы нам доверяете, обращайтесь. Если вы хотите сэкономить, если вы хотите как-то по-другому сделать, ну, естественно, найдите другие варианты, доделайте. Вот, в принципе, вот так, наверное. Единственное, призываю, будьте внимательны, чтобы вас там не забанил кто-нибудь, потому что с этим бывает проблема. И не делайте никогда, как это называется, как взаимоподписка, взаимоотзывы, вот это бред полный. Да и плюс, я не знаю, ну сколько вы сделаете, 10 штук? Ну это как мертвым припарк. Ты же постоянно вы это не сможете делать. И не забывайте, еще есть связь. То есть если Amazon запалит кого-то вот в этой связке, он запалится потом и всех запалит. Так что имейте тоже в виду. Вот, если, как у нас там схема примерно работает, это купленные старые аккаунты, с них идет вот эта вот вся схема работы. Идут отзывы там по правилам Амазона, по этим аккаунтам деньги проходили и так далее, как я понимаю. Вот, и бывает, кому-то надо, чтобы с аккаунта был только один отзыв, чтобы не было связи, кому-то надо, чтобы на аккаунте хотя бы несколько было отзывов, чтобы не был похож на фейковый отзыв. То есть ситуации разные, занимаемся, стараемся максимально безопасно это делать. Это, естественно, гарантия стоит денег. Тут ничего не поделаешь. Вот, плюс, вот когда мы начали бабахать большими объемами, получился вот этот вот результат буста. Тоже хороший бонус, который, в принципе, ничего не стоит. Вы отзывы в любом случае получите. Они у вас останутся, и если даже их удалят, 2 месяца гарантия. Вот
я не знаю, мы тысячами в месяц фигачим, там просто единицы. Ну, наверное, я так понимаю, люди не смотрят, но то есть если удаляют, у меня даже геморройные клиенты, ну, это там несколько процентов всего. То есть даже десятков процентов нет. То есть это там на 100 отзывов, грубо говоря, 2-3 там отзыв бывает удаляет. Ну, то есть я могу точно сказать, что на данный момент не верифай наши отзывы удаляет абсолютно так же, как и верифай абсолютных там покупателей органических через там, я не знаю, через фактическую продажу. И ZoneMate там, и так, ZoneMaster там, гоношить там у них вот эти вот отзывы и все остальное. Так, что еще, что еще? Какие вопросы? А как быть, если много листингов и заказываешь отзывы у тех же людей? Ведь это очевидная связь, сразу видно, что те люди. Ну вот по поводу связи. Во-первых, есть момент магазинов. Amazon стремится к магазинам, как и к eBay там, и так далее, и так далее. Надо это не забывать. Соответственно, если Amazon стремится к магазинам, мы рассуждаем как? Что Amazon понимает, что многие покупатели возвращаются в тот же магазин. Почему они не могут отзыв написать? То есть, с одной стороны. Но злоупотреблять тоже нельзя. И если у вас много, например, листингов, и вы делаете постоянно верифай отзывы, это беда. И не верифай вам, опять же, в этом помогает. Потому что там разные аккаунты. Вот не верифай, я могу, грубо говоря, и 1000 отзывов сделать. А верифай, ну, даже если, я не знаю, всех подключу, и у меня будет товар там за $100, ну, сколько я отзывов могу? Ну, 300, ну, 200. Ну, это просто какой-то такой фантастика, потому что все, что пишут, вот там 400, я вижу 200, 300. Ну, блин, эти люди, которые пишут 400, мне не смогли сделать ни одного отзыва. О чем говорить вообще? Просто товар плохой. Товар не подходит. Ну, я плазменным телевизором не торгую, к сожалению. Вот. И понятно, что на этот товар... Вот. Но мне вот эти люди, которые пишут сотнями отзывов, которые могут сделать, в конечном итоге, когда их начинаешь душить, они могут 2-3 отзыва, 5 сделать. Вот и все. Потому что они ничего не контролируют. Там просто есть там 1000 человек, на которых ты повлиять вообще никак не можешь. Ты просто выставляешь такое же вот объявление. А не возьмите ли вы вот этот товар у меня, или там группу товаров. И все, и в этих группах они это рекламируют. Естественно, они никак повлиять не могут. Они за бесплатно это все делают. Вот и все, вот и вся схема. Просто я не хочу там говорить, кто это конкретно этим занимается, но таких много достаточно. Которые ничего не имеют, просто являются посредниками, которые раскидывают ваш товар чуть ли не в американские группы. Так что имейте это в виду, и мое. Очень аккуратно с верифай надо работать. Ну вот, и всегда спрашивайте. А то у нас там все американцы, у нас там это 5-10, русских вообще нет, фамилий нет. Где они берут этих американцев? А сами живут там, я не знаю, в деревне Гадюкино. Просто есть суетные люди, которые... Это нормально, еще раз говорю, если это безопасно. Какой-нибудь безопас дает, я не знаю. То, что мы с Сергеем это начинали, организовывали, я считаю, первыми вообще, когда в октябре это все началось. Вот, и мы этот бизнес как бы, ну, не то что упустили, мы просто пытались его, раскачивали. Я очень долго эту группу раскачивал. Ну, мы стремились к качеству, к безопасности. Вот, в конечном итоге мы, наверное, запарили этих ревьюеров, и через нас прошло сотни людей. Они просто устали. Ну, просто реально людям, ну, не хочется там, неинтересно, наверное. Вот, и все, то есть у нас есть там, я не знаю, там 30-50 ревьюеров, то есть надо, из них там, я не знаю, куча тех людей, с кем я работаю, кому мы также помогаем, то есть взаимовыручка, они с других аккаунтов там как-то по-другому что-то делают, тоже пытаются, чтобы связи не было, так что работают, но все это непросто, это действительно кропотливый, тяжелый труд, и вот эти $6, я уже математику еще полгода назад рассказывал, когда я раздавал по купонам. Верифай за $6 гораздо выгоднее, особенно когда у нас там еще весной было там под 95-7%, то есть каждый, ну я не знаю, как минимум 99 из 10 у нас всегда проходили. Сейчас поменьше проходит, Amazon там правила меняет постоянно, процент меняется, но как бы не было, все равно выгоднее. Раньше я раздавал в день по 40 отзывов, по 40 там товаров у меня бывало, 20 товаров, 15. Дай бог, у меня это прям фантастический вариант был, 70% это возврат был. Но за купон денег не получал,
Я, соответственно, только тратил и платил Amazon. Потом постепенно цену поднимать начал, когда уже научился, как все правильно раздавать. Ну вот, а сколько уже денег было убито туда? Так что, а сколько времени было убито? А я уж молчу про Веролинч и Зонбла, сколько денег туда люди влили, чтобы получить просто рассылку, чтобы получить вот эту волну. Ну, волна из Verify выкупов, я не знаю, там, в 10 раз, в 20 раз мощнее, чем из Неверифай. И Неверифай мы сейчас сделаем. И без зонбластов нахер не нужны просто ему. Зачем, если мы и можем и так это сделать? Там по купонам у вас галочка стоит, а здесь без купона. И не надо платить там какие-то невероятные деньги. Вы только за отзыв платите. Сколько вам конкретно надо? Еще есть вопросы или на сегодня достаточно? Да, так и есть. Привет, Ата. Ну, в принципе, тогда всем спасибо, кто пришел. Уставший, как обычно. Так что будем работать, больше отдыхать, более веселыми будем. Надеюсь, что информация была полезна. Старался как мог, как обычно. В четверг, значит, тема Инстаграм. Сейчас сделаю анонс. Надеюсь, будет круто. Всем удачи, всем пока, классных продаж.